Жизнь без театра невозможно представить. Подмостки сцены манят нас с самого детства. Этот завораживающий мир образов и судеб, которые удивительно похожи на наши и так от нас отличаются. Трагедии и комедии сплелись, чтобы пробудить в нас, зрителях, самые яркие эмоции. На лица актеров ложится грим, и Гамлет страдает, и снова поет Лоенгрин. Мы сопереживаем, влюбляемся, расстаемся, умираем и рождаемся на сцене жизни. Весь мир, как говорится, театр. Напомнить об этом призван Международный день театра, ежегодный фестиваль «Театральная весна», который на днях завершился после 4-дневного проведения на сцене театрально-концертного центра «Щелковский драматический театр». Несколько фестивальных дней позади. 19-й раз «Театральная весна» проходила на Щелковской земле. И этот фестиваль на самом деле приносит массу удовольствия всем участникам. Сегодня награды нашли своих героев. Все творческие коллективы и артисты получили призы. Коллективы из разных городов Московской области приезжали в театр со спектаклями, отрывками прозы и поэзии. Несомненно, каждый старался проявить актерские способности и покорить жюри. На закрытии, как полагается, звучало много слов о значении как самого театра, так и подобных фестивалей. Огромный смысл для воспитания подрастающего поколения имеет, конечно же, театральное искусство. В театре многие живут, в театре проживают всю свою сознательную жизнь. И, может быть, из тех ребят, которые вышли сегодня на сцену и все эти 4 дня выходили на сцену Щелковского театра, не станут театральными критиками, не станут актерами, но по жизни они станут настоящими людьми. Приехали поздравить участников и известные актеры театра и кино, общественные деятели. Сегодня на этой сцене продемонстрировано здоровье нации. Дети выходят, радуются, радуют. И в каждом человеке должен жить артист. Каждый сапожник должен быть артистом. Каждый дворник должен быть артистом. Все участники получили награды в разных номинациях и возрастных категориях. Особенно отметили яркие молодые дарования. В их числе профессиональному жюри запомнилась работа маленькой Маргариты Ланцовой. Она настолько выразительно и эмоционально исполнила роль Герды, что в младшей возрастной категории ей вручили приз в номинации «Яркое воплощение образа». Мне нравится эта роль, потому что Герда ищет своего Кая. Она боится то, что его увезла Снежная Королева. Он может превратиться в лед, всякие такие волнения. А потом она начинает радоваться. И получается такая радость, то, что можно уже на самом деле радоваться. Одно дело, когда профессионал делится, но он уже знает. А когда это происходит непосредственно от детской души, вот здесь у нас прямо на глазах, Уверяю вас, что огромное количество профессионалов сегодня на эти вещи, не то чтобы не способны, но они подтягиваются к этому. А это сейчас происходит легко и непосредственно. Поэтому идите в театры, смотрите на этих маленьких дарований, которые, уверен, через некоторое время вы будете гордиться. Художественные руководители театральных студий, так же, как и артисты, выходили на сцену и получали аплодисменты и награды за проделанную работу. В наше сегодняшнее современное время, именно исходя из социума современного, каждому ребенку это полезно. Но не на уровне вышел, поиграл, потопал, похихикал, посмеялся, а на уровне, чтобы это было рядом с культурой, чтобы это можно было прикоснуться к искусству, научиться чему-то хорошему изначально, у истоков. Многие коллективы получили целый веер наград и, конечно, положительных эмоций от самого фестиваля. Это для нас событие. Мы работали, мы старались, и результат нашего творчества, и результат работы всей команды, потому что нам очень приятно, что с нами, вот мне приятно, как режиссеру, что молодежь работает с нами. У меня замечательная коллега, мы вместе работаем, заслуженная артистка Московской области Елена Викторовна Бондаренко. Это наша совместная работа, поэтому у нас просто нет слов. Слова в данном случае действительно излишни, ведь что, как не искренние эмоции и чувства, дарят и артистам, и зрителям счастье при общении к прекрасному. Лилия Тимиева, Валерий Жиглетель, радиокомпания «Щелково».